Добро пожаловать в Великую степь. Так называется выставка, которая проходит в столице. На ней можно увидеть уникальные экспонаты из поездки немецкого ученого Альфреда Брема на казахскую землю почти полтора века назад. В том числе и неопубликованный ранее дневник путешественника. Экспозиция – совместный проект посольства Германии и Национального музея. По словам директора Арыстанбека Мухамедиулы, выставка является ярким свидетельством тесной связи между двумя государствами. Отметим, на ней наряду с работами Альфреда Брема представлены и фотографии немецкого путешественника Фолькера Крейдлера. Как и Брем, он глубоко изучал культуру и историю казахского народа, а также связь людей с окружающей средой. Альфред Брем қазіргі уақытта дүние жүзіне плащатқанда тек қана белгілі ғана ғалым емес, плащатқанда дүние жүзіндегі. Альфред Брем – всемирно известный ученый. Во время своего путешествия по казахской земле он посещал Алтайский край, ныне Алматинский регион. И на сегодняшней выставке мы видим, что он был восхищен увиденным, а именно редкими видами животных, проживающими здесь, а также обычаями нашего народа. Адебурқына өзінің таңғалған жоғарғы баға берген бүгін көрмейтін біз көрсетіп жатырмыз. Выставка не только о том, что был немецкий натуралист здесь, который там это посмотрел, животные и так далее, но человек, который открывал биологические разнообразия Казахстана, который есть, но все-таки это очень-очень интересная страна для каждого биолога.